Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я вам покажу топ 3 сидов в Майнкрафте по Activision. Собственно, данный топ подбирался мною, поэтому это именно мое мнение. Но это первое мое испытание, так сказать, или пробное видео в топе. Ну что ж, друзья, давайте начинать, и первым нашим топовым сидом будет сид, который спавнит вас в деревне. Сид называется Стив, но, друзья, это не простая деревня. У нее имеется один баг. Что ж, давайте посмотрим. Во-первых, половина этих домиков будет. Их просто не будет, друзья, то есть будут вот такие детальки, и это довольно необычно. Вот именно поэтому данный сид попал в топ. Что ж, друзья, как видите, половинка домика есть, а другой половинки нет. И это довольно мистически. Также здесь есть и вот такие высотные дома жителей. И, собственно, друзья, все это в этом сиде. Ну что ж, а теперь мы переходим ко второму месту. И второе место в данном топе занимает сид, который спавнит вас в зимнем биоме. И также этот спавн вас порадует деревней и новым спавном иглой. Друзья, что ж, давайте посмотрим. Да, вот наша деревня, она довольно большая. Также здесь обитают и жители. Ну, а если вы прилетите немного подальше, то вы увидите эту самую иглу. Вот поэтому данный сид опять же попадает в топ. Ну что ж, друзья, переходим к третьему месту и последнему на сегодня. Что ж, и третье место данного топа занимает сид, который заспавнит вас около пирамиды, которая находится в пустыне. Собственно, вот эта пирамида. И, друзья, этот сид просто попал в мой топ, потому что он довольно легкий, состоит из 3 цифр. 1, 1, 1. То есть 3 однёрки, и после чего вы появляетесь возле вот такого огроменного храма, в котором также есть и лут, если вы сломаете вот эти блоки. Но будьте осторожны, внизу вас ожидает ловушка. Поэтому, друзья, данный топ подходит к концу. Если вам понравилось вот это видео, то не поленитесь, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. До скорых встреч!